Ну что же, снова здравствуйте, с вами Техномакс, это Doom 3, абсолютный HD. Значит, в прошлый раз забыл я видеодиск с вами посмотреть, это компактор молекулярного топлива. С начала освоения космоса Объединенная аэрокосмическая корпорация была бессменным лидером прогресса, не только разрабатывая новые технологии, но и как можно полнее раскрывая их потенциал. После того, как Гидракон обеспечил нас нескончаемыми запасами водородного топлива, специалисты начали задаваться фундаментальным вопросом. Можно ли хранить это топливо в сжатом виде, чтобы притворить в реальность мечту человечества о выходе за пределы Солнечной системы? И теперь мы с уверенностью отвечаем – да, можно. Под руководством доктора Малькольма Бетругера лучшие специалисты корпорации совершили прорыв в области квантовой физики. Теперь мы можем хранить топливо для наших межпланетных двигателей на основе антиматерии в промежутках между электронами и протонами в молекуле. Теперь топливо, которое когда-то занимало половину полезной нагрузки межпланетного корабля, занимает лишь малую часть прежней массы. Перед вами компактор молекулярного топлива, или КМТ. Еще один шаг навстречу мечте человечества – достичь самых удаленных планет и колонизировать их. Корпорация UAC уже давно взяла курс на то, чтобы построить мир без войн. Ага. Короче, они придумали архиватор для топлива. Какой-то современный там плазма RAR какой-нибудь или плазма ZIP. А прикиньте, если они придумают, как сделать его еще и твердым, чтобы плотность его увеличить еще больше. Пока мы не встали на пол, никто не появится. В чем прикол? Оп. Ну, обратно точно уже не вернуться. Ага. А ну-ка. Раз, два, три, твари, выходи. Какие-то и не опасные были. Тут все в принципе дробовиком решается, просто хотелось до разнообразия двустволкой пальнуть. А, ну как обычно. Один, два, три, код для особо забывчивых. Шлюза с переходом из альфа-сектора 3 в альфа-сектор 4. Солдат, я смог определить, где ты находишься. Основные системы связи выходят из строя. Коммуникации на базе разрушены. Неизвестно, как долго будет работать связь. Группа Браво только что вошла на завод Н-Про. Поторопись, ты уже недалеко от них. Доберитесь до завода Н-Про как можно быстрее.
О, нас уже приветствуют. Старая знакомая. А может и не старая, может она молодой сдохла. Хрен ее знает. Она как будто подсказывает места нычек каких-то или засад. Не за что. Где он там шарахается? Где-то здесь. Это элеватор, и, по-моему, к нему можно спуститься. Ага, вот он. Спасибо, что выпустил меня, когда погас свет и оказался заперт в камере. Не понимаю, что происходит. Ни одна система не реагирует. Не понимаю. Я попробую подключиться отсюда к главной системе. Терминал защищенный. Должно получиться. Попробуй. Так, видеодиск ППК и открыть. О, набили патроны. Патроны карманами, да. Карманы патронами. А теперь стоит пойти куда-нибудь в тихое место, типа... Типа, я даже не знаю, вот в такое. И почитать, и посмотреть диск. Видеодиск, инструктаж по шестистволке МАКС-2. Стремясь снабдить войска максимально сбалансированным набором вооружений, UAC обратилась к урокам прошлого, создав и запустив в серийное производство новейшую модель ручного пулемета МАКС-2. Дизайн в стиле ретро и прочность конструкции этого ручного многоствольного пулемета делают его идеальным выбором для закаленных ветеранов. В ближнем бою огневая мощь этого беспрецедентно надежного пулемета превосходит все ожидания. UAC – бессменный лидер прогресса. Мощное оружие позволяет строить мир без войн. На самом деле, да, неплохой пулемет такой. Майкл Абрамс, начальник охраны, уровень доступа, общий доступ, Дельта Сектор 2, отчет о работе охраны. Майкл Абрамс, начальник охраны комплекса Дельта, рапорт 3072. 15 ноября 2145 года. Я только что пришел из оружейного отдела, где мне выдали одну из этих новых БФГ-9000. Да, они не шутили по поводу того, насколько новый прототип легче предыдущих. Этот ствол уже можно носить с собой. Следующее. Последние недели многие патрули не докладывают по установленной форме. Не уверен, что форма доклада настолько изменилась. Я лично прослежу, чтобы их направили на переподготовку. Там им объяснят, что к чему. Поступило сообщение о проблемах с безопасностью в комплексе «Альфа». Я пытался до них дозвониться, но мне никто не ответил. Я выслал туда отряд для проверки. А теперь и с ними не могу установить связь. Похоже, придется идти туда самому. Черт. Ненавижу комплекс «Альфа». Сборище надутых кретинов. Я отправляюсь туда прямо сейчас. Закончу рапорт, когда вернусь. Да, и еще. Я пока оставлю БФГ в своем кабинете. Пожалуйста, сообщите в службу информационной безопасности, чтобы код моей двери сменили на 901. Просто во избежание. Конец записи. Хорошо. Майкл Абрамс, почта пользователя. Генри Нельсон, запрос на прочесывание сектора. Уважаемый мистер Абрамс, ко мне поступает множество рапортов о странных звуках или голосах. Мои люди на взводе. Почти никто уже не может работать нормально. Вы могли бы прислать к нам группу охранников и прочесать сектор 4. Я знаю, звучит по-детски, по-идиотски, но такая мера и вправду очень поможет мне и моим людям. Генри Нельсон. Отдел кадров, запрос на пополнение. Уважаемый мистер Абрамс, по вашему запросу мы направляем в ваш охранный отдел пополнения. Обстоятельства смерти Гормана ужасны, и мы надеемся, что любые подобные происшествия в будущем будут урегулироваться менее трагическим образом. Пополнение прибудет примерно через 10 рабочих дней. Келси Кирш, начальник отдела кадров,
Отдел кадров. Наша цель, чтобы Марс стал для вас домом. Служба информационной безопасности. Неверная цифра в коде. Уважаемый мистер Абрамс, мы не смогли выполнить ваш запрос на изменение кода двери, поскольку вы указали в качестве одной цифры 0. Как вам должно быть известно, использование нуля в кодах дверных замков не допускается. Учитывая важность вашего запроса, мы взяли на себя смелость заменить 0 в коде на 3. Если это создаст какие-либо проблемы, обращайтесь к нам, служба информационной безопасности. То есть он хотел 901, а будет 931. Это как 911, только 931. Логика писец, но я надеюсь запомнить. Код пригодится еще очень не скоро, но пригодится. Этот код не пригодится. И, кстати, можно сохраниться, раз уж код не пригодится. Блин, гранатами их проще закидать, что ли? Вот и все. Гранат в игре до хера, да вот опять гранаты дали. Дверь закрыли за спиной, сволочи. Поукрашаем полы их мозгами. Жаль, кровь исчезает постепенно. Лучше б не исчезала. Хотя, по-моему, где-то это можно было отключить. Чтобы трупы и кровь не исчезали. О! Запеленали кого-то. Да, не все тела исчезают. Исчезают, по-моему, только тела адских тварей. То есть, типа, возвращаются обратно. А те, кто были людьми, в том числе зомби, вот такие демонические люди, они остаются. Ась? Опять? Сойдет. Заебал. Вот проблема единственная этих тел, гранаты об них взрываются тоже. Совсем что ли, дурачки, блядь. Ползут, блядь. Опять плазма. Вот это вот инъектор вообще-то, это этот, стероиды, чтобы быстро бегать. Почему-то не берется. Ко мне. А, да-да-да-да-да. Это опять девушка. Иди за мной. Кровавые следы. Бедная женщина.
И за то, что мы ее проводили, нам дают вкусняшечки. Сохраниться. И пошли. Солдат, чертежи базы указывают, что все выходы из зоны, где ты находишься, блокированы. Единственный выход через переработчик топлива ПРТ. У тебя два варианта. Можно включить установку и пробраться сквозь нее. Так короче, но опаснее. А можно выдвинуть служебные мосты. Но тогда идти придется в темноте. Освещение не работает. Тебе решать, солдат. А, помню, помню, да. КПК. Генри Нельсон, кто у нас такой? Сменный мастер, общий доступ, комплекс Альфа, сектор 4, странные голоса. Генри Нельсон, сменный мастер, 24 октября 2145 года. Даже не знаю, как об этом доложить, так что просто скажу о том, что я знаю и чего мне надо. Рабочие постоянно докладывают мне, что слышат странные звуки, голоса. Кто-то их зовет, даже когда рядом никого нет. Поначалу я им не верил. Ребята здесь любят розыгрыши. Но они в один голос говорили, что не шутят. Я пропускал их рассказы мимо ушей, пока сам не услышал. Я налаживал панель на лифте и вдруг отчетливо услышал чей-то голос, который говорил: «Сюда, сюда». Я обернулся, но в коридоре никого не было. Осмотрелся. Никого. Я даже проверил журналы работы. В этой зоне никого больше не было. Не хочу показаться психом. Но мы с ребятами сильно перепугались. Пошли разговоры о призраках. Так что я очень прошу выслать патруль и прочесать зону. Мне и моим рабочим так будет спокойнее. Заранее спасибо. Генри Нельсон, конец записи. А вот если бы он поверил этим голосам и пошел бы до конца двери, то его бы тоже наградили плазмой, аптечкой и броней. Осмотреться, в принципе, пока ничего такого прям критичного нет. Броню подобрать и всякое такое. Налетели-то. Ну пофигу. Ради боеприпасов это того стоило. Тем более самое главное в этой игре — здоровье не потратить. С броней-то проблем в общем-то нет. Так, включить систему ПРТ и выдвинуть служебный мост. Да-да. Блядь.
щелей, бля. А возможно, кстати, чтобы открыть дверь вот туда, стоило включить систему. Чего? Да нихера он, бля. Какой крепкий ублюдок. Так, а переключить нельзя систему? По-моему, нет. Система готова. Ладно, хер с ним. Что-то я забыл, что если систему включить, то вот это все, здесь будет мост, короче, кататься по кругу, и можно будет вон туда попасть. Бля, ладно. Ну, фига себе, как дробыш отбрасывает. Это сейчас жестко было очень. Аж три аптечки сожрал и не подавился. Ага. Сейчас вылезу. Вот здесь, да? Вот. Так, как бы два маршрута. Можно запустить систему. Тут будут кататься платформы. А можно выдвинуть, короче, мосты аварийные. И тут будет другой путь. Да, еще, кроме того, будет закрыто вот здесь. Все вот это вот. Конечно, с читами можно тупо пролететь куда нужно. То есть туда, куда, по идее, недоступно стало. Но раз уж выбрал такой путь, то пойдем таким путем. Еще при каждом ударе персонажа дергает, и у него ствол улетает в сторону с прицелом, поэтому попасть трудно. Я, блять, от босса, сука, мокрого места не оставлю за этих паучков ебаных. Наплодились, твари. Так. Внизу броня имеется. И сейчас будут открываться ходы, да? По-английски сказал, over here, сюда. Опа!
тоже, конечно, неплохой чувак, но, блин, от него так и веет подставой. Погоди. А, тут закрыто. Пока что. Ну, пошли. Так, если вам вдруг не видно, здесь коридор буквой Зю изгибается. А там лежит, если не ошибаюсь, плазмомет. Поэтому стоит сохраниться. И пока не брать плазмомет, а собрать полезности. Адреналин, который что-то не берется. А, ну погнали. Плазмомет. Да, но анимация перезарядки, что-то что у автомата, что у плазмомета вообще писец такая не очень. Так, кстати, плазма должна пока летит освещать. Ну так и да, что-то освещает. А еще явное искажение воздуха видно, когда она врезается. Да, стало красивее, не спорю. Записи пошли. Генри, я уже 3 ночи не спал и едва могу сосредоточиться на работе. Со времени несчастного случая с Хеллом все как на иголках. Я и сам думал, что все эти рассказы про голоса полная фигня, но теперь я тоже их слышу. Не знаю, что они там в USC себе думают, так работать невозможно. Джей. Грег О'Брайен, пропавшие инструменты. Генри, сегодня опять пропали инструменты из шкафа 064. Сегодня вечером я сменю код на 651. Пожалуйста, сделай одолжение. Не говори Синеке новую комбинацию. Мне кажется, это он все время берет мои инструменты. Этот парень вообразил себя революционером. Будь здоров, Грег. Так, 651. Хорошие инструменты, броня, плазма, патроны на автомат.
жаль, что они умеют лазить по этим, по лестницам. Станут, блин, твари. Члены старые, блядь. Они будут ползти, пока не закончатся. Их тупо нужно перестрелять. Ну все, блядь, закончили там плодиться твари. Мелкие, блядь. Членистожилые, ух, блядь, я их ненавижу. И ползут, и лезут, блядь. Ага. Может, сами пусть сюда бегут. Реально так проще. Дурачки же, не чтоб гранату вперед себе кинуть. Помню эти приколы. Так сюда залезть нельзя, а вот если присесть, то вполне помещаешься. Опять дробовые патроны. Ну да, это чисто прийти за пульками нужно было. Да, достали. Сохранимся. В этой игре вообще слух порой... В этой игре вообще слух порой имеет более важное значение, чем реакция, там, зрение. Порой можно услышать заранее больше, чем увидеть. Звуки шагов, какие-то звуки появления монстров. Где-то просто звуки злые, просто прислушаешься. Охуя. БФГшнул, чувак, разок. Из Big Fucking Gun. Из большой фатальной гаубицы. О, нихера, кого задергало. Вот так же, помнится, монстры в Silent Hill дергались. Страшно, блин, пиздец было. Такое неестественное поведение тела, кошмар. Че, он перестал дергаться? Фу, блядь, перестал. Что-то от страха аж фонарь достал. Если я все правильно помню, сейчас должен быть босс. Чё,
Плазмомет в помощь, патронов навал. Так тупо зажаться. Какие-то шипованные, не знаю, яйца, коконы, чем это бросалось. Должна бросаться вообще была. Сисястая паучиха, блять. Ну, плазмомет из любого противника делает кашу в любом случае. Покинуть Альфа-Сектор 4, местного значения, завод Н-Про. Браво, вход зачищен. Занимаем позиции внутри. Ты слышал? Андрей на связи, доложить обстановку. Коридор чист. Тут ничего нет, сэр. Стержень замедлитель 2 неисправен. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Солдат, группа Браво не отвечает. Неизвестно, что с ними. У них с собой карта с шифровкой. Обязательно найди ее. В ней код сигнала СОС. Без нее нам не связаться с флотом. Ты наша последняя надежда на получение подкрепления. Быстрее отыщи эту чертову карту. Вот. Задачи. Замените стержень реактора. Найдите пульт управления реактором и замените стержень. Охладитель номер 2. Давайте, видимо, уже чинить охладитель и охлаждаться уже в следующий раз. С вами был Техномакс, это был Doom 3 Absolute HD. Всем до новых встреч. Пока.